по-настоящему отличный продукт, в конечном счете определяется степенью интеграции аппаратных и программных средств. Разработка iPhone с еще большим и современным экраном потребовала самых больших усилий над дизайном и проектированием со времен представления оригинального iPhone. С дисплеем 4,7 дюйма iPhone 6 стал выше и шире. Мы сделали корпус значительно тоньше, одновременно создав гладкую сплошную поверхность, комфортный при использовании и держании. Мы также представляем iPhone 6 Plus с еще большим 5,5-дюймовым дисплеем. С той же сплошной поверхностью и бесшовной сменой материалов, как и в iPhone 6, он очень тонкий. Создавая iPhone 6 и iOS 8 вместе, мы оптимизировали внешний вид для усиления программных особенностей. Защитное стекло выступает над поверхностью, чтобы без швов соединиться с алюминиевым Unibody корпусом. В результате программное и аппаратное обеспечение определяет по-настоящему единый опыт работы. Взаимодействие людей с iPhone всегда начиналось с дисплея. Поэтому мы не представляли большой экран до тех пор, пока мы не сделали его отличным. Дисплей Retina HD — это самый передовой iPhone-дисплей из всех, что мы делали. На этом экране вы можете видеть более глубокий черный цвет и более четкий текст. С новыми двуобластными пикселями вы увидите более точные цвета под более широкими углами. Чтобы представить эти свойства, мы применили передовую технологию, называемую Photo Alignment. Выровненные пиксели позволяют получить превосходное ощущение от просмотра. Новый сверхсовременный разработанный Apple чип A8 продолжает нашу традицию по созданию мощных энергоэффективных чипов, представляя собой второе поколение 64-битной архитектуры уровня настольных решений. Новый чип меньше, он быстрее, обладает лучшей графикой и при этом более энергоэффективный. Так что вы можете работать дольше, без ущерба для производительности и времени работы. Мы добавили Motion сопроцессор M8. В режиме низкого энергопотребления он эффективно следит за вашей ежедневной активностью. А с добавлением барометра он может даже следить за высотой, на которой вы поднялись, например, по ступеням. iPhone является самой популярной камерой в мире. Поэтому мы чувствуем ответственность за продолжение улучшения опыта использования iPhone 6 при фото- и видеосъемке. 8-мегапиксельная камера iSight имеет новый сенсор с Focus Pixels, который обеспечивает фокусировку лучше и быстрее. Новая настройка экспозиции в iOS 8 позволяет отрегулировать ее для улучшения цветов и деталей до того, как вы сделали снимок. iPhone 6 Plus обладает оптической стабилизацией изображения. Для компенсации движения вашей руки используется гироскоп. Затем программное обеспечение интеллектуально совместит кадры с короткой и длинной выдержкой для создания четкого изображения. Учитывая все большее число людей, снимающих видео на iPhone, мы добавили в iPhone 6 больше возможностей для видео. Новая камера снимает великолепное 1080p HD-видео, 60 кадров в секунду. Постоянный автофокус обеспечивает непрерывную фокусировку, пока вы снимаете видео. Кинематографичная стабилизация видео помогает кадру оставаться устойчивым. И вы можете снимать удивительное Super Slow Motion видео на 240 кадров в секунду. Новый режим таймлапс позволяет создавать отличные видео одним простым нажатием. С iPhone 6 вы можете снимать HD-видео, а потом смотреть свой потрясающий результат на дисплее Retina HD. С iPhone 6 мы представляем Apple Pay. Быструю, простую, защищенную систему мобильных платежей. Это гораздо лучше, чем носить с собой наличные пластиковые карты. Вы расплачиваетесь, просто приложив палец к Touch ID. Вам не нужно открывать специальные приложения и даже разблокировать ваш iPhone.
Вы также можете делать покупки одним прикосновением, без необходимости указывать данные своей карты или адрес доставки. С iPhone 6 все становится быстрее. Это включает сделанные нами значительные улучшения беспроводной производительности. Быстрое LTE делает возможным значительно более быстрой загрузкой до 150 Мбит в секунду. Встроено 20 LTE диапазонов, значительно больше, чем в любом другом смартфоне. Поэтому вы можете использовать ее в еще большем количестве мест по всему миру. С iPhone 6 и iPhone 6 Plus мы не торопились заниматься глубокой разработкой, дизайном и проектированием двух совершенно новых iPhone. Изменения гораздо более значительные, чем просто больше и лучше экраны. Дизайн еще никогда не был таким неотразимым, и без сомнения делает это самым большим продвижением iPhone со времен представления оригинального iPhone.